Может быть, это все атмосфера арены 2000, но в какой-то момент выпускники, приглашенные на губернаторский бал, напоминали не принцев и принцесс, а самых шумных болельщиков «Локомотива». Класс! Это потрясающе! Взял новую и воткнул! Я из Смоленского района! Впрочем, на этом аналогии со спортом закончились. После нескольких творческих массовых номеров на сцене появился губернатор Ярославской области Сергей Ястребов. И сходу сообщил ребятам, детство закончилось. Правда, потом улыбнулся, мол, на самом деле оно всегда в сердце. Я сегодня счастлив вместе с вами. Отчасти я завидую вам, вспоминая Сент-Экзюпери и его слова «Все мы родом из детства». Губернаторские грамоты в этом году получили более 100 выпускников. Десерт? Нет, не бал. Дискотека со звездами. Времена-то давно другие. В числе приглашенных селебрити, певица Бьянка и группа «Премьер-министр». Кто-нибудь может мне назвать хотя бы по 3 песни Бьянки «Премьер-министр»? Нет. Мне кажется, нет. Ты знаешь, какие? Я не помню название, честно. О, нет, это я точно не смогу. Спросите лучше у девушек. Девушка севера? Все. У твоей Наташки как что-то. Мы любим эти группы. Да, мы очень любим эти группы. Представители департамента образования нас уверили, перед тем, как пригласить звезд, проводили голосование среди учеников. А глава региона Сергей Ястребов вспомнил свой губернаторский бал. Там звезд вообще не было, все сами. Украшали зал и придумывали разного рода, ну, как это раньше называлось, номера художественной самодеятельности. Мы шутили, веселились, ну, немножко было КВН, немножко капустника. Кстати говоря, в прошлом году на губернаторском балу выступали Дмитрий Колдун и группа «Дискотека Авария». Видимо, курс прочно взят на популярную музыку. Может быть, в следующем году нас ждут сюрпризы в виде рок- или рэп-исполнителей. Александр Лисицын, Георгий Иванов. День в событиях.